Это ваша, да, машина? Да, это моя машина 97-го года. У меня тоже, в общем-то, 10-я модель, и для меня, знаешь, так... дико, когда машина реально лежит. То есть, как ты этого достиг? Ну, мне нравилось. Ну, получается, я начал увлекаться в конце 2013 года. Машину только купил в том году. Ну, и сразу пневму поставил, как и мечтал. А пневму ставил тут, в Башкирии, или где-то со стороны заказывал? Я, получается, бушную пневму купил с тормозов. В Уфе мне поставили эту пневму. А не секрет, во сколько обошлось? Ну, с учетом этого года, то, что я доработки все сделал, новые стойки поставил, потому что были все бушные комплект, где-то рублей 70-80 тысяч. Ну, как думаешь, окупилось, стоит того, внимания вот этого всего? Ну да, море, народ. Больше внимания привлечешь, нежели там на, вот, которые, к примеру, там стоят на парковке, да? Конечно. Я с тобой вот в этом соглашусь. Вес каждого диска 24 килограмма, в общем, это 96 килограмм. Это получается соревнование по пневмо, да? Ну, среди 10-го семейства у меня там одна машина была, потому что другие машины не приехали. Создатели Бупан Ингушетии Муслим Катеев. То есть они мне дали благодарность, что я из Башкирии прилетел. В Башкирии, да. В Ингушетию полетел. Вот так вот, в общем-то, нам дали интервью. Это администратор паблика Бупан 102, то есть это круто. Нас заметили.